Приветствую вас в 10-й части прохождения Crusader Kings 3. В общем, у меня есть некоторые новые экономические планы, так сказать, ноу-хау по тому, как все-таки увеличить количество денег, потому что это бред. Я так вот подумал, даже если я приму верный закон наследования, я просто не смогу нормально воевать, потому что, блин, у меня нет денег на армию. В общем, нужно это как-то решать, но закон для наследования все же тоже здесь важен, как раз чтобы развивать именно те регионы, которые я, извиняюсь за тавтологию, буду развивать. В общем, я сейчас... Что я буду делать? На самом деле, наверное, не лучшее решение было постройка вот городов и храмов. То есть можно было это, конечно, сделать, но, наверное, в последнюю очередь. То есть сначала надо было развивать свой замок. Почему? Потому что все-таки город и храм, видите, тут арендатор, владелец, то есть там другие люди. Совершенно другие люди. Поэтому мне и налогов с них меньше платят, несмотря на то, что я очень много денег в них вбухал. Я удивляюсь, какого лешего у меня так мало денег, потому что я лишь процент беру, там как бы как они, как мои вассалы такие, мини-вассалы. Вот, поэтому прежде всего нужен свой замок. Но получается так, что я здесь очень много всего прокачал, и уже остались только военные постройки. Это меня сбило с толку, но на самом деле надо было вот эти максить. И я думаю, что сам замок нужно максить, потому что он тоже будет налог приносить в конечном итоге. Но видите, цены колоссальные, так что в принципе я вот сомневался насчет того, что я воспитываю в себе, начал воспитывать. Но этому королю уже поздно, конечно, управление. Но наследником, да, но все-таки нет, все-таки правильно. Вот один, блин, наследник, зараза. Ваш сын, вот наследник. Какое же военное дело? В общем, надо ему сменить на управление. Вот, один управленец есть. А, вот я смотрю, короче, чтобы построить цитадель. Инновации, во-первых, бойница. А цитадель нужна, чтобы вот эти вот апать. Сборщиков смолы, собачьи вольеры и так далее. То есть, да, бойницы я... Ну, блин, я сейчас с них, получается, перескочил. Ну, ладно. Сейчас как Геральдику исследую, тогда к бойницам вернусь. Ну, просто получается, они, да, в военной как бы сфере, но они нужны для, блин, доступа к... Короче, нужны для развития экономики. А пока улучшу то, что мне будет приносить золото соседних всяких, тоже в моих владениях. Кстати, вот интересно, смотрите, у меня развитие 21, сейчас развитие завершится... И будет развитие 22. Ну-ка, налоги как изменятся? 2,50. Так, 2,50. Ой, да господи. Опять у меня тут эти. Ну, вот, 22. 2,51. Да, развитие влияет. Конечно, очень микроскопически, но влияет на налоги. Жена предлагает поддержать деньгами мастерскую скульптора. Минус 30. Ну, давай. Та самая жена, что рога наставила. Коза, блин. Блин, вот я строю-строю, а все равно денег меньше. 7,6, господи, что ж такое? Меня, наверное, грабят постоянно или еще какие-то хрени. Вассальные междусобицы. Жена жалуется на Агафью, которая ее оскорбила. Но, извини меня, она мне рога наставила, так что, по-моему, Агафья заслуживает прощения. Даже больше поощрения. Я бы ее поощрил даже, Агафью. Так, я могу выбрать все-таки другого наследника. Потому что первый у меня, он как бы, да, он крутой, но он, у него садизм, паранойя. Он под интриги, а ему нужно управление. Не знаю. Управление у него не очень, вот у этого управления лучше. Стоимость 1000 престижа. Ну давай. Давай. У меня престижа до хрена, я все-таки управленца хочу. Ух ты, у меня тут рядом Швеция. Ух ты, Швеция. Ух ты, Швеция какая. Так, сколько у них? 45 лет. Инфанта, может быть, как раз брак. Сын вассала рыцарь. Опа, а что это такое? Что ты не хочешь-то? Разная конфессия. Чёртовы язычники! Британия прям рядом. Она очень сильная, у нее даже здесь есть свои представительства. О, блин, ну, они уже за кого-то выдали. Чё ж такое? Ну, ладно. Ну-ка, если вот так вот. А, не с кем. Все. Он напился до смерти. Уже не первый король. Его прославляли за острый ум, но все же смерть оказалась хитрее. Король Вышслав восходит на трон, получив власть с 15 лет от роду. Он будет полагаться на совет в первые годы своего правления.
Шикарно. Вы не помолвлены. С Византийской империей могу. С Англией. С Англией это Британия? Что-то ему король Альф... Блин, ему 61 год, он нервный час загнется, так что... Так, фокус жизни управления, да. Отлично, то, что я не помолвлен, ладно, пока подождем. О, предел домена. Мало что-то у меня чего во владении. Слушайте, а Византийская империя, она что, заново воспряла, что ли? Вроде нет. Или вроде да, но они там, мне кажется, сейчас вообще в войнах будут, они Константинополь... Вроде нет, вроде держит Константинополь, но у них тут очень... Ох ты, мутазиды, короче, скорее всего, тут сейчас всю карту захватят. Ладно, пока переждем. Ваш родственник создал младшую линию из Еникеевых. Культурный идеолог, принц Всеволод. Бля, Геральдику только не меняй. Король Вышеслав, теперь ты мужчина, бережливый хозяйственник. Больше не опекун, вы забудьте, какие чувства вас вызывала Ульяна. Плюс 20 к мнению, вы потеряли свойство задумчивость. Да, плюс 20 к образу жизни. Меня разочаровали результаты, ведь я знаю, что могу достичь большего. Так, давайте, да, управление будем строить. Фокус, либо вот этот, ежемесячный доход плюс 10, либо управление. Ну вот как написано, здесь на 10% доход, а это плюс 3 к управлению. И написано и управление повышает доход, и здесь 10%. То есть управление все-таки меньше, чем 10% повышает доход. В общем, давай к домену. Больше доменов, больше всего. Вот что я вам скажу. Отныне вы новый глава династии Палачан. Плохие отношения с советом опасно. Давайте с Агафьями тут. Ой, с маршалом. Так давайте братика. Братик, не предавай только. Блин, брат поднимает мятеж. Отправить ультиматум можно в любое время. Да что ж такое-то? Фу. С ним очень много заговорщиков, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, надо с кем-то союз заключать, сейчас будет война. Я там не смогу ничего сделать, даже если брата бы переубедил, все равно нет. И причем, блин, о, с Англией может. Ну, блин, Англии ему до хрена лет, он сам не ровен час загнется. Но надеюсь, что... Ладно, надеюсь, что мне повезет. И все-таки он так не загнется. Так, отлично. У нас теперь союз. Да, хотят от этого. Я не потерплю угроз. Мобилизация. Так. Членов династии, естественно, призываю. Но я знал, что будет. И союзника, естественно. Но союзник, надеюсь... Союзник сам, если что, справится. Потому что я вряд ли тут долго продержусь. Я, конечно, попробую, но... А, подожди, брат. Брат все-таки не стал бунтовать против меня или что? Это или он еще забунтует? Блин, опасно. Так, это вроде нет, вроде их не так много. Давайте их столицу туда пока возьмем, может что-то получится. Из одного графства приходит сообщение о неурожае и всякое такое, изучить проблемы. Так, ладно, давайте дальше попробуем мечежников этих захватывать. Только 8% получил за одну из этих. Так, 21%, скорее всего, не смогу. Я лично все исправлю, что бы это ни стоило. Я лично... Давай, пожалуйста. Ой, знания еще пригодятся, отлично. Срежем углы, сборщик налогов. Ну, мы сейчас будем застраиваться. Давай стоимость строительства сразу. Складывается фракция.
убедить. Ваш опыт административного уровня увеличивается. Давайте убедить 66% только. Мне удалось убедить фракцию, повезло. Фракцию брата. Король в своем праве выплачивать претензию на титул графства владения Гродно. Ваш брат. Ладно. Все вот может сохранить титул по моей милости. Я тут и так сейчас этих отберу титулы. Англия вроде прискакала, так что все нормально пока. Но все равно мне некоторые титулы надо будет. Ну ладно, сейчас пока не горит. Пока закона наследования нету. Не горит. Еще одно достоинство жизни управления. Время строительства здания, время строительства владения тоже разблочим сразу. Чем раньше, тем лучше. Застраиваться будем по уши. Постараемся в этом прохождении. Так, война выиграна. Так, отнимаем титул. Графство владения Корсунь. Да ладно, он там один, что ли, был? Он же не один был. Почему там... А, понял, да. Выкупить за десяточку только. Ладно, хер с ним. А, вот еще остальные заговорщики. Тоже у них все отнимаю. И их за хорошие деньги можно... Как раз продать, да. Денежки мне как раз сейчас пригодятся. Неблагодарные козлы. Вот постоянно при смене такая тема. Вы говорите, все раздавай родственникам. Какая разница, даже родственники вон. Это пока брат, ладно, а потом там будет какой-нибудь там Шурин, еще кто-то там десятый, и потом уже там вообще. А, вот все-таки... В темнице. Я думал, это брат. Нет, он просто похож на брата. Так, у всех, короче, все отниму и продам, кого можно. Ну, собственно, денег я много, по идее, тут, да. Он 800. Нормально. Так, ну эти уже не продаются за деньги. Может быть, позже за них кто-нибудь что-нибудь предложит. Пока ладно. Так, с братом, может быть, в интересненькую такую штучку сыграть. Вот я ему дам, это сколько будет отношений? Плюс 27. Так, хорошо, еще ему один титул. Потихонечку так вот буду ему даровать. 67. Так, отнять титул. Я не могу отнять титул у союзника без причины. А вот это плохо. Ну ладно. Торда, Чернигов. И Чернигов, так. Нет, это мне. Придется, ладно, вот эти вот все. Нет, Луки, блин, я себе хочу. Он стародуб тогда ему отдам, все. Нормально. Так, станем советником, отношения хорошие. С патриархом плохие, давайте теперь с патриархом сблизимся. Так, все, везде строю, что могу. Так, поля на склонах. Так, денежки, денежки. Так. Инвестируем грамотно в свою экономику. Так, это не то. Вот это. Так, здесь. Так, 203 монетки осталось. Очень много, кстати. Да, большая экономия получается, когда вот так вот именно строишь. Так, а здесь? Ух ты, фермы и поля плюс 0,5 целых дадут. Да, плюс 0,5 это значительно. Все. Все деньги вложил. Посмотрим, что будет потом, потому что плюс 7,5 у меня сейчас доход. Мне предлагают пруд построить, а я спрашиваю, это правда лучший вариант из всех возможных? Тогда я 82%, что я потеряю 25 монет, опыт администратирования еще увеличится. Либо просто каждый придворный плюс 20 мнений и 50 монет. Ой, да, не повезло, еще престиж потерял, ну ладно. Блин, 82% вероятность была на успех, ну вот так вот бывает. Опа, 9,2, а уже доход, смотрите-ка. Новое достоинство жизни. Опять кто-то, омерзительный король Вышеслав. Опять какие-то против меня тут. Прирост развития столицы плюс 0,3 в месяц. Тоже полезно, тоже разблочу, потому что это как раз связан прирост развития с этим. Ну вы поняли. С деньгами. Ни хрена тут, короче, нанять какого-то этого
у берега, да, стоит 140 монет. Он охренел, что ли? А этого 20. 140, блин, 24 у него навык. Я, конечно, понимаю, что он супер. Но, блин, знание бро, да, ну понятно, но он супер-супер. Он вообще вот самый лучший. Best of the best. Так, у меня, правда, тут брат. Я ему хочу запретить. Чтобы он не умер. Так, канцлеру тоже запрещу. Так, нормально. Все равно у берегов хватает. Ну, смотрите, уже при созванной армии у меня 0-0. Вот, так, это кто тут у нас? Нудистка. Так, ладно. О, 10,5, отлично, денежки. Денежки потекли рекой. Так, это вот, культурный идеолог, я Геральдику исследую. Долго, конечно. 0,6 прогресса. Кто-то мне пишет, ребят, что я очень, типа, рано принял православие. На самом деле нет. На самом деле я его принял очень поздно. Если бы я знал то, что я знаю сейчас, я бы постарался православие вообще как можно раньше принять. Просто, неважно, православие, католицизм, просто ради того, чтобы как можно раньше взять феодализм и как можно раньше развиваться. То есть то, что сейчас, я, возможно, не успею империю даже русскую основать. Вот в чем проблема. Ух ты, Иерусалим у меня здесь даже наверху, лол. Интересно. Так, продолжаем застраивать охотничьи угодья на этот раз. Так, что еще там могу? Пока денег не так много, ладно. Ну да, деньги выросли, деньги выросли. Так, меня призывают в войну. Крестьянский мятеж. Так, мы победили мгновенно в войне. Ладно, вассал даже без меня победил. Опять меня в войну призывают, на этот раз союзники, Англия. Не понял я против кого, давайте посмотрим. Ну, далековато, конечно, франки, типа. Ой, блин, я надеюсь, что они сами справятся. Вообще, какие силы? У них 5000 у этих, да, мы должны победить. Я просто не хочу сейчас рисковать. Я буду застраиваться. Короче, застраиваюсь по КД, вы поняли? Так. Поля на холмах, плюс... А, у меня там что-то было внизу какие-то. Нет, там плюс 0,5 ждавало. Вот, поля зерновых. Да, вот я их могу, еще 39 монет надо. Вообще шикарные. 28. Видовство. Злые крестьяне на 5 лет. На 5 лет это народоминимис 25. Пофиг на 5 лет. Я зато опыт администратирования получаю. Они там хотели женщину сжечь опять. Я уже перерос это. Сколько можно, в конце концов? О, сборщик налогов. Ну-ка, смотрите. Смотрите, плюс 10,6, сборщик налогов беру. Все равно плюс 10,6. Так. Ваш опыт управления государством. Вы получаете 50 монет. Дань уважения, мой вассал. И опыт управления государством. Либо 75 престижа, 50 монет. А какое у него мнение? У него и так мнение плюс 10. Так что 50 золота возьму, конечно, на постройки. Так, вот, как раз. Значит, я еще на 0,5 доход увеличу в месяц. Фермы и поля. Они вообще не везде, кстати, могут быть построены. Как я понял. Так что я их еще апну, отлично. А почему скверное управление поселением? А, это, наверное, из-за как раз того, что я ведьму не сжег. Так, в луках давайте сюда построим еще. Ну что, у меня доход уже плюс 11, потихонечку растем, но все равно этого на самом деле очень мало. Для нормальной армии и так далее, дотошное управление, подавленные беспорядки, дотошное управление. Так. Все, Англия начала побеждать в войне, отлично. Я вас верил. Слушайте, нет, что-то у мятежников там, да? Ну-ка, что, как тут? Мятежники, шаг назад, шаг вперед. Давай, Англия, да блин, ну вы чё, ребят? Чё, серьезно, мне придется им послать на помощь? О, могу золото у главы конфессии попросить, я, конечно же, прошу. За благочестие. Потому что у нас сейчас планы... Я мог бы войну за благочестие вести, но... У меня сейчас планы все-таки другие. Так, графство Луки, давайте здесь, конечно, все сделаем. Можайские лесозаготовки. Так, ладно, потихонечку мы копим. Так, опять союзники проигрывают. Англия, ну вы чё?
ДВ, Англия. Придется мне, наверное, к ним плыть. То они обидятся. Но плюс 22 у них пока что. Так, священник, кстати, нас поддерживает. Сотни из сотни. Тайный советник. Есть ли кто-то лучше него? Ваш рыцарь есть. Гафи из владения львов. Так, может рыцаря тогда я назначу? У него 20. Сила враждебных происков. Так, а у нее что? Ну... Ей уже 51 год. Так. Ладно, пусть она, наверное, чтобы я лучше был защищен. Вот, и с ним мы... Еще с управляющим у меня, блин, зараза, плохие отношения. Вот ваш вассал есть другой. О, плюс 18, отлично. Так, маршал у меня крутой. Мэр, вот канцлер слабенький, 13. Ваш вассал и рыцарь, мэр Афанасий, нет. Да вот это вот. А, деньги. Ни хрена себе у него стоимость. Да. Так, ладно, тогда с управляющим давайте сблизимся. Еще одно достоинство жизни управления. Уровень фортификации плюс 1. Размер гарнизона плюс 20. Ну да, давайте это будем разблочивать. Вы можете открыть... Нет, это я уже открыл. Геральдика только через 11 лет. Ну, надеюсь, при мне. Получит стадо, большое стадо. Вы получите 80 шкур, можно выгодно продать. А стадо что дает? Просто развитие плюс 20 в месяц. Плюс 10. Либо 80 монет. Давайте просто развитие. Большое стадо, отлично. Полоцк прям должен развиваться 7-мильными шагами, но почему-то на самом деле он... Наверное, чем выше уровень, тем медленнее развитие. Так, зато мы полный контроль установили вот здесь, где-то. Да. Так. Над Можайском еще надо. Над своими, наверное, в первую очередь, потому что от этого доход зависит. 11,9 доход, растем потихонечку. Поля на склонах. 12,0. Отлично, доход. Но все равно медленно, очень медленно. Так, ну выбор во что вложиться. В мастерскую скульптора, либо в кузницу. Я в кузницу, потому что кузница содержание армии минус 10%. И налоги плюс 10%. А мастерская скульптора дает благочестие плюс 5%. И налоги с владением плюс 20%. Ладно, не могу больше наглеть. Придется послать армию в Англию. Брат, наследник... Маршал, я же запретил. Ну ты куда лезешь? Смотрите, ваш брат наследник маршала. Я ему запретил, он все равно возглавляет. Ну чё, вот... Куда вот лезет? Патрокл! Так, ну давайте понесемся сейчас к столице этих мудаков. Попробуем ее взять. Где она тут у них? Вот это что ли? Если я сюда вообще доплыву, блин, денег, конечно, 36 монет. Но, в принципе, ладно, не так много, как я думал. Но все-таки потеряю наверняка. Ага, так. Белая Русь. Опять там какой-то... Все, крестьянский мятеж подавлен. Но у меня сильные вассалы, уже сами со всеми разбираются. Конечно, без армии стрёмно. О, доход минус 1,3, зараза. Так, каких-то он там еретиков обратил. Сейчас будем в другом месте еретиков обращать. У нас столько еретиков. Так, из варяг в греки плывем. Давайте, надеюсь, союзнички в курсе, что я здесь. Чего ж так долго-то? Ну, я уже вклад в войну, не смогу сказать, что я ничего не сделал. О, доход, кстати, плюс 3,1. Ой, достоинство жизни. Скорость пополнения ополчения, ну, такое себе. Место в совете канцлер. Отлично. 13%. Чего же они то проигрывают, то выигрывают? Давай. Давай. Опять крестьянский мятеж. Надеюсь, вассалы сами там справятся. Так, ну-ка. Ну что, я захвачу эту? Так, а я захватил уже их столицу. И что, у них еще есть что-то? Вроде нет. Тут у них, конечно, до чертиков всех этих замков, городов, блин. С Этельредой в браке. Давайте 170 голды захвачу.
Так, стоп. И тогда эту голду я потрачу на то, чтобы что-нибудь у себя тут построить. Так. Вот, кстати, поля, чтобы улучшить, они очень плюс 0,8, очень большой буст, тоже к цитадели привязано. Так что на must have. Must have, как говорится. Так. Ох ты, здесь сколько. Всего полезного можно построить. Так, построим. Везде, где только можно. Все построили. Чё ж они тут так долго воюют-то? За Англию. Ну ладно, Англия мне, конечно, помогла. Просто мне до них идти. Бля, они мощнее меня, у них и деньги, и все есть. Ой, а у меня там с крестьянами что-то какие-то проблемы. Зараза. Узников продам. Кого-то тут могут выкупить, кого-то нет. Ни хрена, у меня императрица. Не понял. Это не моя, я испугался, что моя в этом. А почему? Уже рассматривает предложение выкупа. А, это я столицу уже взял, вот что. И очень много ценных заложников. Да, я сейчас тупанул, я понимаю, я тупанул. Хотя написано боевой счет от узников 0, так что, похоже, царю пофиг на нее. Так, ладно, сделка есть. Так, где тут крестьяне возбухают опять? Я в крайнем случае наемников могу купить. Я не вижу, где тут крестьяне. Вон какие-то здесь, что ли, или что? Где они? Главное, чтобы столицу не захватили, но я, если что, тут быстренько. Но вроде нету их. Хрен его знает. Ладно, деньги пока тратить не буду. Да чё ж такое, мы проигрываем? Ну какого хрена? Влияние того не стоит, конечно, 45 голды тратить на какого-то мудака. Так, еще узников. О, императрица за 95. Ни хрена, 250 копий, охренел. За 50 могу еще кого-то. За 50 можно. Ты императрица, блин. Займи деньги. Нету денег, займи. О, беременность, отлично. Да чё ж мы проигрываем-то, зараза? Ладно, короче, надо с союзниками соединиться, и все, я отсюда ухожу. Так, с мэром какие отношения? 83, все. А, я думаю, этого достаточно. Давайте сближаться дальше с этим. Ой-ой-ой, меня тут догнали. Меня тут догнали и побили. Я понес супер потери, меня вообще сейчас армию уничтожат, бля. А там брат ее возглавляет. Ну все, но, блин, они не смогут сказать. Они не смогут сказать, что... Я не помог. Я вложил свой вклад. То, что там они не могут эти контролировать или еще что-то. Это уже как бы дочь. Новорожденная дочь, отлично. Естественно, у них армия сильная. Где у меня-то армия вообще? Ежемесячное содержание. Все, они полностью уничтожили мою армию. Тут бывает, куда-то ее выбьют, так что я не могу ее найти. Так, тут хотят развивать какое-то поселение. Я ему скажу, что... Там ополчение минус 50%, пускай на 10 лет, зато прирост развития плюс 1 целый, это очень много. Так, тут я могу золото подкопить, либо бахнуть еще в развитие. Давайте бахнем в развитие. Так. Развитие, как говорится, много не бывает. Так, новое достоинство жизни управления. Народное мнение плюс 50, шикарно. Меньше народных восстаний получится. О, тем не менее, смотрите, побеждаем в этой войне. Англия начала побеждать. И даже крестьяне начали побеждать. Я, правда, не понимаю, где они находятся, но... Главное, чтобы столицу не взяли, а так все нормально. О, управляющий, блин, нахера я с ним прокачивал? Отношения, зараза, такой. Все, крестьянский мятеж отменяется. Отлично. Так, королева беременна. Отлично.
Так, дочку пусть обучает тайный советник. 14,5 доход, кстати, я вас поздравляю. Дочь опять, да что ж ты будешь делать? Мне нужен наследник. Так. Конечно, тут можно сделать равный надел и постоянно через матриархат. Браки заключать, в принципе, тоже вариант. Я не против. Так, тайный советник у меня минусанулся. Так, господи, у меня тут крестьянский мятеж. Где? 183 человека. Ну-ка вот посмотрим заодно, сколько у нас армия живет. Ну, плюс 4,7. Ну, потихонечку. Не, плюс 2,6. Нет, опять в минус уйдем, зараза. Ну, ладно. То восстание подавили. Но нет, в минус не ушли, но все равно. Но все равно очень расходы большие и доходы маленькие, когда армия созвана. За императрицу он вообще ничего не хочет уже давать. Но у него, наверное, и просто денег нету. Надеюсь, Англия его не совсем уничтожит настолько, что я даже не смогу с него ничего стрясти. Стрясти, блин. Вообще, я думаю, полезно в столице уровень фортификации прокачать. Даже вот ничто, но как уровень фортификации, чтобы ее дольше захватывали. Конечно, это золото никакое не дает, но иногда это вороватый слуга. В темницу ее. Проявить милосердие, заслужить ее преданность. 15 интриги. В темницу. Давайте проявить милосердие. Отлично. Вот я, видите, уже развился из дикарского племени, который кишки всем развешивал по заборам, до, так сказать, цивилизованного. Распределение внимания. Предел домена плюс 2. Вот это шикарно. Моя дочь. Да господи. Дочь, дочь, дочь. Хорошо, конечно, но... Короче, Англия так и засосалась на плюс 40%. Не сдвинуться. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Жена спрашивает, с чем помочь. Пусть изучает управление. На все в управление, так сказать. Вот так, опять цитадель и бойницы еще. Культуре нужны. Но у нас тут скоро геральдика изучится, будет шикарно. Надеюсь. О, плюс 47% можно англичан поздравить с продвижением. Ну блин, я там у них целое войско потерял. Так что пусть не это. Дочь персонажа сообщила, что мой брат является настоящим отцом. Ну так это дочь персонажа игра в Василико, да пофигу. Главное, чтобы у меня всякой фигни не было. Так, пусть везде развитие, я там разрешаю им ополчение сокращать, чтобы развитие везде бафали. Александр не моя дочь, в действительности ее зачал мой вассал мэр Ваислав. Да господи! Да что же они все такие шаболды-то? По-прежнему с ним спите, да? Блин, какая жесть. Просите о разводе, естественно. Пошла нахер. Шаболда. Так. Заключить преступников в тюрьму. И мэр. Чё, охерел, что ли? Козлина. Тебе повезло, что я не через интриги качался. Так. Выкупаем. И мэр за 30. Отнять титул я могу же. Хоум. При отъеме баронства не учитывается. Окей. И... Так, это кто? Ничего у него нету. Да, за сотку. Давайте его. Забирайте на поруки. Почему-то дочери остались. С ребенком что-то случилось? С наследником, что ли? Нужно еще с кем-то. Так, Византийская империя. Насколько они тут сильны, слабые? Вроде превосходят. Так, гигантизм, привлекательность минус 5. Может, там у них еще кто-то есть? Блин, остальные младше.
Гигантизм. Ну, блин. Пусть будет гигантизм, господи. Зато мнение вассалов плюс. Привлекательность кому нам нужна. Все. 34 года еще успеет, надеюсь. Так, что я тут еще могу? Охотничьи домики. На деньги плюс 13,4. Бастионы и куртины какие-то плюс 0,2 в месяц. Интересно, конечно, откуда они у меня взялись, но... Ладно. Так, что там по культуре? Через 6 месяцев уже открытие. Византийская империя, конечно же, меня в войны втянула, но... В принципе, я не против им помочь. Тем более, что меня тут грабят, так что я по пути... Надеюсь, что разобью каких-то мудаков. Так. Византия меня втянула просто в миллиард войн. Всевозможных. Так, архитектор. Время строительства минус 15. Стоимость строительства минус 10. Время строительства владения минус 15. Стоимость строительства владения минус 10. Очень полезная штука. Так, разбил каких-то мудаков. Налог собираю на свадьбу. Пусть эти сейчас... Победили в войне. Англия победила, наконец-то. Теперь в браке с женой, отлично. Ну, даже я вот, да, у меня даже получилось все-таки небольшой доход сохранить. Так, Геральдика исследована. Стоп, стоп, стоп. Наследование. Определенный наследник. Нет. Сеньорат. Так, да. Нужно, чтобы вассал... Мне нужно одобрение всех вассалов. Одобряет, одобряет, не одобряет. Ваш вассал, ваш вассал. Так, ну давай вот этого. Так, вот с этой может сблизиться тогда. Давай. Можно выбрать новый интерес. Можно навязать больше одной претензии. Вассальный договор. Так. Но бойницы, конечно, надо изучить. И надо изучить... Ладно, бойницы пока зафокусим. Немного для чего нужны. Могу нанять каких-то чуваков в эти, в рыцари. Как мы выяснили, они очень эффективные, так что лучше их нанять. Так, сколько там еще-то? До хрена я денег в армию вбухал. Ну пусть, ладно. Канцлеру запретить. Надо вообще тут по умолчанию им такую поставить настройку, чтобы всем управленцам и наследникам запрещено было. Вот. Так, мы даже какую-то войну тут проиграли. Так, ладно, куда идти-то? Далековато, конечно, но... Как говорится, где наш не пропадало... Ваш сын родился мертвым, пипец. Так, я подхожу, но я уже вижу, что соотношение сил складывается не в мою пользу. Что-то... А, нет, вот там какие-то все-таки союзнички Византии наконец-то пришли. Так, опять Византия, да господи. Их хлебом не корми, дай с кем-то повоевать. Так, сейчас мы тоже столичку захватим. Я, в принципе, на Византию не претендую, я только за, если она подымется, то есть мне это выгодно. Прошу золото главы конфессии, причем 274, шикарно. Так, захватил столицу каких-то придурков. И с кем-то мы тут проигрываем. Нужно столицу вот этих бы еще придурков захватить, только я что-то не вижу, где у них столица находится. Походу, у них тут больше, чем... Да. Вот это, что ли, их столица? Нет, самая большая корона, где, наверное, показана. Вот. А, это вот эти вот... Они даже раскололись. Муза... Мутазиды какие-то. Очень с ними трудно. Давайте попробуем. А вот это вот уже кем-то захвачено? 33, ладно, не так дорого. Деньги я проберегу на случай наемников. Выкуп за персонажа.
Мутазиды как раз. А, они за своих хорошо платят. Так, достоинство образа жизни, сейчас подумаю. Ну, администратор — это на мнение вассалов, у меня с ними и так все в порядке, так что я буду через это качаться. Но тут тоже, в принципе, не прям горит. Что-то, то есть, можно, мне кажется, без этого обойтись, но... Так, дочка опять, блин, пусть интригант ее воспитывает. Узников можно выкупить. 75, не может позволить себе полную сумму. Не может позволить, значит, сначала товар, потом деньги. Так, нет, это уже за... А, блин, проиграли мы этим мудакам. Зараза. Нет, еще с кем-то война осталась все-таки. Еще у них есть какая-нибудь столица, что-нибудь? А, вот еще. Так, королева беременна, хорошо. А, нет, меня разбили. Какой-то 6 тысяч армия. Ну все, по крайней мере, я теперь отмажусь тем, что... Мне никто не сможет сказать, что я вклад не внес в войну. Да, Византию раздирают на части, но я пока ничего не... Была бы у меня армия нормальная, понимаете? Как бы вопросов бы не было. Но у меня... С этим не очень. Давайте попробуем захватить что-нибудь у них. Так, мой сын и наследник, отлично. Так, захватываю какую-то тут столичку. Столицу надо не забывать проверять. Но вроде я проверяю, все в порядке. Так, конфессию надо где-нибудь сменять? Здесь, что ли? Так, усилить контроль. В принципе, контроль у меня везде довольно вырос, видимо, пассивно. Это хорошо. Ну, пока все вроде. Ой, интересно, великая ревизия. Мой управляющий принц Всеволод, брат, предложил смелый проект масштабной ревизии всей собственности в моей державе, чтобы создать полный список всего. Собрав эти сведения, я смогу лучше разбираться в вопросах управления и сбора налогов, хотя сначала придется вложить немало денег, 190, согласен. Там другое, типа в общих чертах узнать или зачем тратить вообще время. Я узнаю о каждом акре земли, каждом крестьянине, обо всей скотине. Шикарно. Если ревизия не завершена, я 150 престижа потеряю. Так что теперь придется еще туда донатить до конца. Великая ревизия. Мой маршал беспокоится, что оценщики могут стать лакомой добычей для бандитов и воров. Даже неполный результат ревизии могут дать этим преступникам важную информацию о возможных целях. Чтобы обезопасить моих подданных, Юрий предлагает послать оценщикам вооруженную охрану. Мой закон сам по себе защита. Либо пусть оценщиков хранит ополчение. А пусть каждую группу оценщиков сопровождает рыцарь. 95 золота. Мои оценщики будут гарантированы в безопасности. А ополчение — это 50 на 50. Рыцарь пусть. 95 золота. Так. Оценщики. Жалуются этот священник. Так. Писание поможет мне оправдать ревизию. Испытание навыка ученость против персонажа. Либо качество ревизии. 50 на 50. Нет. Пусть нравится ли ему. Нет, но церкви будут оценены. Потом я с ним мнение вкачаю, ничего страшного. Так, я тут что-то захватил у этих придурков. Давайте еще их столичку захватим. Надеюсь, там они уже уплыли. Исправно плачу налоги, но на днях на пороге моего дома объявились ваши оценщики, потребовали произвести ревизию моих владений. Неужели вы настолько мне не доверяете, что заставляете своих людей вторгаться в мою частную жизнь? Конечно, доверяю вам, отставят в покое. Нет, я узнаю обо всем, что есть в моих землях, и никаких исключений. Да, это, короче, такое радикальное. Придется до конца доводить, и, возможно, даже со многими отношения придется испортить из-за этой хрени. Так. Вот за 95 кому-то тут продадим заложника как раз. Уровень контроля изменится на плюс 2. Подверглись оценщики нападению разбойников. К счастью, охранявшие их солдаты перебили злодеев. Не зря. Церкви будут оценены. Все, он клянчит, чтобы церкви не оценивали. Так. Выкуп чуть-чуть не хватает. К
Кстати, наследование, это что там? Одобряет, да, вот я последний вассал не одобряет. Давайте с ним сблизимся. А чё, почему не могу? Уже происки веду. Ну, может быть, сейчас, ладно, сейчас. После долгих месяцев ревизия моих земель подошла к концу. Мои оценщики собрали крайне точные сведения о моих владениях. С такой информацией смогу каждый год в полной мере собирать налоги. Светясь от гордости, мой управляющий спрашивает, где нам хранить записи. Пусть доступ к ней имеют только мои сборщики налогов. Распространите записи среди народа. Интересно. А если только сборщики налогов, одно очко. Накопление записи оценки имущества. Управление 1, интриги 1. Уровень контроля на плюс 20, отличная оценка имущества. Налоги судения плюс 10. А если среди народа? Выданные записи оценки имущества. Спрос развития плюс 20. Также плюс 1 очко. Престиж. Принц 20 мнения получает. Уровень контроля плюс 20. Отличная оценка имущества. Распространите записи среди народа. Шикарно. Просто... шикарнейший. Так, ежемесячный доход во время войны плюс 10, пускай, потому что у нас войн просто миллиарды тут. Особенно на сетов. Ух ты, даже с армией плюс 10 мы получаем. Так, я тут что-то захватил, кстати, я походу войну выиграл. Какой-то там соперник умер. Офигеть, я какую-то войну выиграл. Для этой. Так, и что, с кем они еще воюют? Ой, блин. Я им выиграл войну, пускай скорее это заключаю. Я столицу, короче, взял, как падла. Причем они сильнее Византии, они бы победили. Но я проворнее оказался. Так. Ваш вассал, рыцарь, минус 48. Проявить уважение к его личной жизни, окей. Победа. Мой вклад 100%. Я, короче, войну затащил за Византию. Престиж, конечно, хорошо, но рыцари малочисленны. Да ладно. А, не могу, да? Недавно приглашал. Может, так нанять можно, нет? Нет, пока никого нету. Надо их по КД приглашать, потому что у меня видео есть с тестами этих рыцарей. Они ультраэффективны. Они просто невероятно эффективны. Я не думал, что отдельные люди могут быть настолько эффективны, но они эффективны. Эффективно, эффективно. Содержание гвардии от ужаса. Так, вклад налоги с вассалов давайте. Так, что-то я тут захватываю. Так, а тут уже, да, оно? О, так, меня избили. Ладно, все, слушай, пусть эта Византия сама поразбирается. Сколько можно-то? Так, и, кстати, сына надо обучать, дать ребенку образование, я буду лично. Потому что у меня сколько управления? Это 21. Шкардос. Так, армию давайте я подраспущу, потому что мне самому может она пригодится. Пусть Византия сама справляется, я им там уже затащил. Опять призывает. Да господи, сколько же можно? Была бы у меня армия хотя бы нормальная, но я не поплыву туда. Королева беременна, хорошо. Узников можно выкупить. Так, вот, за 120, шикарно. Так, а вот это, еще кого-то. 76, недостаточно, 105, недостаточно. Пусть копят. Мутазаиды или как их там. Так, доход плюс 19,2, прошу обратить внимание. Давайте посмотрим, что я тут могу еще апнуть. Так. Ну, замки очень дорого стоят. Замки буду в последнюю очередь апать. На деньги надо посмотреть. Что-нибудь есть? Уже все меньше и меньше на деньги остается построек, потому что я их уже очень много построил. Так, охотничьи угодья и стены и башни. Давайте стены и башни. Где? Начиная с Пинска, короче. Я сейчас могу что-то... Так, тут нету. Корсунь. О. Плюс ну, охотничьи угодья, пастбищные земли. Давай пастбищные земли. Они даже дороже уже стоят. Может, там у них потенциал выше. Так. Вроде больше ничего нету. А деньги-то остались в запасе.
Ну чё, будем потихонечку армию собирать. Легкую пехоту я по тестам так понял, что она вообще нахрен не нужна. Вот. То есть, если есть возможность чем-то заменить, лучше чем-то заменить. А... Говорится так, полное содержание. Сейчас, короче, подумаю, кого взять. Конечно, та же дружина до хрена стоит. Содержание несобранного войска 0,52 в месяц. Прям бы... Так, бронированные всадники. Следующим войскам противодействуют лучники. Так, холмы минус 10, горы минус 75 у них урон. Пустынные горы минус 75, болото минус 75. Стоит до хрена. Ну, дружина это, в принципе, практически бронированная пехота, но чуток получше. Конечно, я бы лучше дружину бы, наверное, собрал. Давайте одну соберем за место легкой пехоты. Легкую распустим. Копейщики. Копейщиков оставлю. Копейщиков оставлю. Пока вот так вот попробуем. 18 доход. Уже сразу просел, зараза. Еще за 125 могу какую-то там. Так, моя дочь. Дочерей везет. Так, наследование. Опять кто-то не одобряет. То один, то другой. Че ж такое? Сблизится. Давай. Бойницы через 2 года откроются. Контроль, кстати, везде улучшился значительно. Еще достоинство жизни, республиканский правитель, вклад налоги с вассалов республик. Ежемесячный доход за уровень стресса. Давай подробные летописи. О, 20 достиг дохода. Шикарно, шикарно. Так, давай дружину еще одну соберем, а то мне прям беспокойно так сидеть. Так, поражение, но это Византия там где-то проиграла. Деньги сейчас подкопим, потому что скоро бойницы мы исследуем, и там сможем очень много строить всего. Даже нам этих денег на самом деле-то и не хватит. Так, вредит ли в амбарах, короче, крысы там что-то пожрали, и либо, короче, уровень контроля плюс 25 в луках, либо приказать, чтобы священники, да, пусть священники, либо сам потрачу 135, пусть священники, благочестие чуть потрачу. Ну, священники поделились едой, типа. Так, у берегов, точнее, рыцарей опять приглашаю, их мало у меня. Так, бойницы открыл, наконец-то. Так, в Полоцке, значит, замок плюс 0,4. Цитадель, давай. Ой, все деньги потратил на эту фигню, ну ладно. Сколько она будет строиться? Еще 4 года, это причем с этими, со всеми улучшениями. Ваша культура интересуется новой инновацией, банковская система. Ну, с одной стороны, банковская система, а с другой стороны, у меня развитие уже скоро 35 будет. И вот здесь есть урбанизация, то есть теперь графство получает штраф за максимальное текущее развитие, когда развитие достигает 55. Может быть, даже и вот это лучше урбанизация. Надо подумать, предел домена плюс 1 тоже очень полезно. Претензия на графство, все экономические постройки. Так. Да, я думаю, урбанизацию давай. Кстати, ну-ка, развитие вот посмотреть даже. Ну вот Полоцк, да, как светоч такой, развитие 28. Я всех тут опережаю. Остальные вообще тьма, тьмое. Ну только вот Византия, естественно, в Испании, где-то в Риме там. Но вот я наиболее близок к ним. У меня 28 развития, ну-ка, Византии сколько? 57. 26, да, ход. Так, могу дружину еще апнуть, давайте апнем. Так, королева беременна. Я тут опять запрещаю всяким тайным советникам. И вассалам с хорошими отношениями возглавлять армии. Да, надо вассалам с хорошими отношениями. Это с плохими отношениями, так что ладно, пускай. Так, ну что там по наследованию-то? Не одобряет еще какой-то чувак. Ну вот что ему? Даже вот этот с негативным отношением одобряют. Зараза такая. Что ему надо, блин? Хорошо, подарок хочешь? Может, титул у тебя отнять? Нет, тирания будет. А, ну сотка нужна на подарок. Так, там Византия где-то проигрывает. Злые крестьяне на 5 лет. Но зато, чтобы не сгорать, не сжигали, чтобы козлы. Да, вот я тут
управление прокачался. Так. Все. По наследу одобряет, одобряет. А, все, все одобряют. Вот, синьорат. Остальные не могу принять. Давай синьорат. Мнение дома плюс 5. Мнение наследника игрока плюс 20. Старший член вашего дома. Ваши дети получат наследство только в том случае, если кто-то из них окажется старшим членом дома. Но просто до следующего мне еще до хера развиваться. Синьорат, конечно, мне позволит сэкономить нервы. Я за синьорат. Старший, ну пускай. Возможно, там, конечно, он будет не так прокачан, как я думаю. Но если проиграем, так проиграем, господи. Ваш новый наследник, родственник Юрик Тортали какие-то. Благородный червяк. Интересное сочетание. Да, херовые у него статы, конечно, но... Да и ему 63 года, так что... Ну да, как бы такое себе, но... Ну ладно, посмотрим. Сын родился. Мстислав. Замок, кстати, достраивается. Смотрите, сейчас какой доход? 27, чекаем. 27, 21 и 2. Очень круто. Так, бойницы известны. Что нужно? Стадель есть. В этом баронстве есть владение. 424. То есть еще много очень денег. Все в деньги, что ли, упирается? И тогда еще плюс 0,4 получу. Но до этого я могу еще вот эти вот тогда апнуть. Так, а еще что-нибудь новенькое тут появилось? Нет. Давай тогда вот эти вот апнем. Очень быстро строится, 7 месяцев, да-да-да, очень круто. И еще сейчас больше доход будет. Так, давайте тогда этих чертяк дособираем. Даже вот еще побольше, на максимум. Ух ты, плюс 15. До хера эта дружина стоит. Джихад за королевство Никея начнется немедленно. Если мы хотим выжить, необходимо собрать орды... Необходимо собрать силы против беспощадной орды фанатиков. А это что, это этот Ланнистер, что ли? Святой Георгий защитит нас от этих неверных. Джихад за королевство Никея начнется немедленно. Где? А, вот джихад. Охереть. Пообещать примкнуть. Джихад, я присоединяюсь. Участники получат часть запасов, которые хранит военная казна. Их бенефициар может заполучить султанат владения Никея. Подожди, не понял. А, это я присоединиться к джихаду. Нет, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Так. Так, все, у меня тут эти набрались. Здание это что построилось? А что я дальше не могу? А, бабло нужно. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, не останавливаемся на достигнутом. Продолжаем. Ежемесячный доход за уровень стресса. Отлично. Но стресс-то у меня небольшой, так что ладно. Просто надо до конца прокачать. Да, и ребенку, кстати. Да, у него фокус жизни, управление. Дать ребенку образование, тоже я буду обучать. Ну мы вырулили, слушайте, плюс 21 и уже начали армию потихонечку формировать. Беглые крепостные. Так. Канцлер. Ну, до того, чтобы отказаться от крепостных, я еще не дорос, извините. Так, королева беременна, хорошо. Так, вроде все у меня заняты делом. Даже вот в этих отдаленных участках у меня контроль крутой, это очень хорошо. Поражение. Так. И, конечно, эти козлы до меня дойдут рано или поздно. Со своими... Усердие, да, пусть усердие будет. Так. Кого пекуна получит? Дарья, интриги давай качать.
Добронрава может вступить в брак. Нет, пока. Уже денег очень много надо на развитие. Дочь еще одна родилась. Опа, могу еще что-то прокачать. Плюс 0,7 в месяц, 0,5. Конечно, 0,7. Причем могу концентрический замок построить, 717. Счетовые деньги культура делает открытие, хотя я их не исследовал. Так. Опа, это быстро так построилось. Ну-ка, оп. Постройка лесные выпасы уже есть. А, это нужно лесные выпасы. Давайте тогда вот эту. А у меня тут лесных выпасов вообще, мне кажется, нема. Охотничьи вышки уже есть. Доход плюс 22. Так. Пикинеры. Конечно, у них может быть очень много всадников. Против легкой кавалерии, против тяжелой, мне кажется, да, нужно их прокачать. Ну, конечно, еще больше я бы хотел прокачать Полоцк. Городской центр или его улучшение? Нет, нет. Ой, не то, подожди. Концентрический замок, ветряные мельницы. А, вот ветряные. Так, короче, ближайший план такой. Прокачать максимально столицу, только зараза мало построек, но может ветряные мельницы, кстати, как раз. Да, ветряные мельницы надо, потому что этот замок... А, гурдиция как раз нужна. То одно с другое цепляет. Что я сейчас-то изучаю? Урбанизация. Получается, мне гурдиция нужна, чтобы замок, а потом ветряные мельницы. Все экономические постройки. А штраф-то я получил уже 29. Нет, пока запас есть. Знаете что, давайте ветряные мельницы переключимся. Потому что все экономические постройки — это то, что мне нужно. Влияние заслон того не стоит. Судить за грехи. Так, могу попросить выкуп. О, 155. То у меня там томится. Кто-то 100 лет томился. Так. Я могу, кстати, титулы создать. Не знаю зачем, но... Точнее, это нужно, да, для претензий, для всяких... Так, давайте, во-первых, лесные фортификации здесь в столице, чтобы ее дольше брали. Создадим. Достоинство жизни, новые грозные войска. Хоть у меня ужаса и нету вроде, да? Да, ужаса у меня нету, но тем не менее. Так, с каменщиками договориться. Ну, давай. Сделка с каменщиками, значит, договорились. Что это даст? Время строительства здания минус 25, стоимость строительства здания в золоте минус 10. Это очень. На 20 лет это до хрена. Очень круто. Никто не хочет его выкупать. Так, построил. Еще 73 бабла требуется. Да, столицу надо, конечно, замаксить. Надо замаксить столицу. Так, кто тут сейчас наследник-то? Принц Юрий, Белая Русь. Ну, он военный, но неплохо. О! Ожидаем продолжительность жизни лет плюс 5. Это, ну, в династии. В принципе, можно, но... С другой стороны, ну, 5 лет, блин... Ни о чем, с другой стороны. Кстати, тут интересная последняя гвардия дома. А, ну это аналог... Дружинников 43-32. Ну-ка... Подожди, 43-32, у дружинников 43-32. Соответственно, мне нахрен не надо прокачивать, потому что у меня дружинники есть. Угу. Если бы дружинников не было, и то мы тестировали дружинников, то есть это такие же дружинники, грубо говоря, на того не стоит. Единственное, что вот максимум полков гвардии, конечно, интересная штука, но у вас, скорее всего, просто денег на все это не хватит. Вот тут интересная стоимость казус бейли, с другой стороны, народное мнение, прирост контроля плюс 0,2 в месяц, это очень... Мне кажется, имбовая, потому что он как раз влияет. Давайте прирост контроля разлочим. Да. Ну и пока все, прирост контроля. То есть, я так понимаю, он пассивно будет по всей державе. Это просто шикарно. Так, выплаты за кого-то там, давайте. Шикарно. Шикарно, что-то и слово, да, часто употребляю. Шикарно. Так. Ну, блин, шикарно же.
Так, давайте еще эти лесные фортификации построим. Налоги с владения плюс 2%, кстати, они уже дают. Гарнизон, ополчение, преимущество защитника. Давайте. Так, тихо, умер. В возрасте 50 лет, кстати, очень рано. Своей смертью. Его прославляли за острый ум, но все же смерть оказалась хитрее. Король Юрий восходит на трон, он уже имеет репутацию беспощадного и жестокого человека. Ух ты. Ну... Нет, управление однозначно качаем. Превышен предел домена. Вакантное место в совете. Так. Ой, контроль, да, везде просел, наверное. А, нет, все не так страшно. Но отношения какие? Отношения херовые. Ну давайте вот с этим отношения прежде всего начнем налаживать с тайным советником, а то нас тут прирежет. Так, ну. Не все так как бы плохо. Давайте попробуем помочь правителю с управлением. Да, очень много титулов. Очень много, слишком много титулов. Благочестие, кстати, херово, что проседает. То есть у меня фактически все титулы, что ли, или что? Ваш брат, давайте брату, конечно, дадим. Нет, ну блин, я хочу рядом со столицей себе забрать. Так, Корсунь могу, Торда. Только чтобы не слишком сильным его сделать. Нямц. Переславль. Так. Итак, с ним отношения. Ваш канцлер и вассал. Вассал еще есть родственники? Это кто? Ваш наследник. Давайте на... А, не могу наследнику, да? Так, принцесса. Размер владения 21 у него, ни хрена. Я могу, в принципе, еще членов дома посмотреть. Древо династия. Вот, собственно, древо, ух ты. Оно не двигается. А, вот, на среднюю кнопку мыши двигается. Многие тут оборвались. И закончились, так. Пригласить ко двору не могу дальних родственников. Интересно. Да, ну тут офигеешь их всех выискивать. Но главное, что наследники будут и все. Остальное как бы нормально. Можно еще, чтобы чисто мужики были. Так, правда, много кто не одобряет этого, ну ладно. Нормально пока. Ой, вот по деньгам ненормально, конечно. Плюс 11 очень сильно просел. Хотя, ладно, на родственника перекину, а что он мне сделает? У него плюс 100 отношения. Так, что я тут могу перекинуть? Нет, это мне... Вот там вот рядом хочу себе все забрать. Слуцк, Бобруйск, блин, Пинск. Ну, Луки себе хочу. Ладно, Ростиславль, то есть вот так вот я хочу себе хотя бы. Можайск придется отдать. Блин, я там столько всего застроил. Жопа. Бобруйск могу. Но он, видите, получается, относится к моему этому. Бобруйск, Слуцк, конечно, до хрена придется ему отдавать. Давайте пока вот так вот отдадим. О, доход уже побольше. Там, может, мы управление прокачаем. Превысили лимит владений.
Ну, плюс 18 уже. И на том спасибо. Ух ты, 1000. Ну да. Так, а наследнику фокус жизни нельзя, нельзя. Так, то у меня тут что-то достроится. Че у нас плюс один? Ну, пускай. Так, религиозные отношения там где-то что-то улучшил. Вроде последние у меня еретики остались вот здесь. Отлично. 1000, кстати, накопил. Так. Могу замок? Нет, не могу. Гордиться я нужна. Так, пока больше я ничего не могу. Там одно цепляет другое. Ну, давайте тогда то, что у меня тут рядом. Развивать. Гильдийские подворья. Так, это что? А, ёпта, стой. Блин, ну какого хера город выделялся? Так, тут ничего пока нету. И... ладно. Вроде тут все везде застроено. Наверное, титулы стоит создать, конечно, но... ладно, давайте чуть попозже. Еще достоинство жизни могу открыть. Давайте настройку. Так. Кстати, что-то армия у меня не восполняется. Что за хрень? А что такое-то? Ополчение, точнее, не восполняется. 3249. Почему, интересно? 3247. Что за фигня? Прогресс культурный 0.64. Так, давайте объявим войну. Тут вот лукам удобный повод. Тем более, что они рядом совсем. Заодно протестируем нашу новую непобедимую гвардию имперскую. Как империя в Звездных войнах. Теперь столицу нашу не должны так быстро захватывать. Все, победа. Просто чик и все. Так, у нас еще больше. Можно создать титулы. Может быть, кстати, создание титула мне чем-то поможет. Чернигов, либо Смоленск. Сколько мне там до Руси-то? Точнее, до империи. У меня уже 32 из 68. Ну, практически половина. Так, отлично. Ну, это была вообще война самая легкая, наверное, одна из самых легких в игре. Так, я бы, конечно, на Нижний Новгород, на самом деле, напал. И, наверное, не наверное, а, наверное, давайте посмотрим. Священная война за королевство, за это, за графство. Нет, за графство это очень долго, а с другой стороны, благочестие копить тоже долго. Так, отношения в совете более-менее, но давайте со священником сблизимся. Так, я бы на Киев напал, написано, что они равны по мощи мне, что очень странно, конечно. Так, а эти? Принцы всякие, претензии нет. Я могу просто с Венецией союз. А если матриархальный, он не примет. Ну и пусть к его династии будут принадлежать, у меня же есть другие наследники. Это какая? Главное, что член нашего дома будет наследником или что? Давайте. Давайте. Его призову еще за престиж. Сейчас давайте Киев. Теперь покорять. Хотя
Хотя подожди. Граф Вышеслав, получаем оспариваемый титул. Становится вассалом, герцогство владения Киев, становится вассалом. Так он все равно моим вассалом будет. Давай, объявим. Так. О, кого-то призывать не могу внезапно. Ну ладно. Командир я. Вы что, с дуба рухнули? Хотя у меня, да, у меня 31 это военка, так что неудивительно. Так, они меня сразу же пытаются обойти. Но я обойду их быстрее, надеюсь. Так. Члены династии упрямо не хотят. Союзника, а, вот, да. Союзника призову, собственно, в этом весь смысл. Долго захватывают, бля, они к моей столице идут. Давай. Так, захватил, все, надо идти к своей столице теперь. Опа, отступают, отступают мерзавцы. Давайте их сюда перехватим. Побежали в свою столичку. Мои союзнички-то вас. Опа! Все. Успешные деловые проекты. Да, отлично. Так, все, я побеждаю. Да, я побеждаю. Шикарно, 92%. Все. Вот так расширились. Уже скоро начнем с этими арабской... Ой, господи. Марзахиды, короче, уменьшились, а теперь арабская империя. Ох. Сейчас от часу не легче. Так. Империя 36 из 68. Все больше и больше. Ладно, надо армию теперь восстановить. Ну, в принципе, она у меня и так... Легкая конница, тут весьма спорная хрень. Анагры точно не буду, нет, точно не буду. Даже можно распускать. Легкая конница, у многих тут очень пикинеры. О, кстати, офигеть, их 5 из 8, оказывается, можно делать. Конница, блин. Ну, не знаю. Легкая конница, причем что-то она такая дешевая стала. Такие же статы. Только скрытность. Противодействует лучникам, а тяжелая тоже лучникам. Мне кажется, легкую нахрен. Вот, мне кажется, легкую нахрен. Так, у меня кого-то выкупить предлагают. Давайте выкупим. Так. Непритязательность, что ученый, снижение стресса, мини-осюзерение. А перемечь сил сопротивления проискам управления. Нет, вот это вот. Вас охватил стресс. Благотворительность. Блин, у меня второй уровень стресса, я понял, он походу жадный. Затворничай, загляни в сокровищницу. Тебе не помешает. 225 монет, ладно. Он, да, он походу уже... Все, и он сдох, охереть. Напоследок заглянул в сокровищницу, 200 монет просрал. Но зато 1474, смотрите. Умер от старости, никогда... Некогда все восхищались его красотой, но судьба обрекла эту красоту на медленное увядание. Король Аристарх восходит на трон. Аристарх всегда с подозрением относился к окружающим. Подобная паранойя может не понравиться его вассалам. Но он... Он интересный. Так, администратирование, да. Ой, прокачан у него то, что надо. Сразу доход под 20. Супругу у него, ух, какую.
Так, нужно всем фокус на управление. Все должны управленцами быть. Это не значит, что вам нужно качать с самого начала управление. Это просто у меня, как бы, в текущих данных конкретных. Мне это нужно, как бы. Так, это кто? Вассал. Повысить мнение. Да подожди, мне тут надо других мнений. О, ну тайного советника нужно мнение повысить. Так, у меня тут даже культура где-то... Не понял. Сардинскую культуру. Нет, нет, нет. Стоп, 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 стоп. Какая нахрен сардинская культура? Ты чё, падла? В общем... Так, где культура? Так, короче, вот решение обратиться в местную культуру. Русскую, да. Я признаю, кто я. Я русский. Так, а она теперь тоже русская? Да, все, мы обратились. Вот так. Главное желание. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Так, что там еще? У меня могущественные вассалы. Ну и чё, и дам я ему титулы. И он не предаст уже. Ему выгоды, наверное, нету предавать, надеюсь. Но Валда... О, Валдай там. Мессень это где? А где это? Ни хрена себе у меня владение, слышите? Это у меня... Смотрите, да, это где я был вообще, черти где. Тортали. Так, и еще одно владение буквально ему и все. Блин, зараза, не хочу, меня жаба душит, ему еще что-то отдавать. Давай пока так. Ну те, конечно, отожмут далеко. Это короче, мои потомки где-то там с 10-го колена откуда-то. Ну, очень круто, конечно. Можно создать титулы. Давайте создадим уже титулы. Королевство владения Рутения. Так. Добавить законы. А что это только мужчина? А, это законы отдельные для королевства. Только мужчина, женщины не наследуют. Так, это я могу добавить прям? Я вассалы против. Да я и... Смоленск тоже создать титул. И Чернигов. Ну давайте, пока деньги есть, то постоянно висит у меня. И попрошу золото у главы конфессии. Нет, подожди. Какого опекуна? Это наследник, да? Что у него? Я его буду, потому что управленец. Слишком много герцогств. Могу наследнику дать? Блин, ну я не хочу раздавать домены, не хочу, не хочу. Так, тут в любом случае даже вот предел домена, если я изучу. А, вот плюс 2 предел домена, все равно не хватит, 9-10 будет. Все равно один придется раздать. Зараза. Вот, Великое княжество Чернигов останется вассалом. Королевство Рутения. Принц Севолод, так его уровень становится равным. Нет, это нет. Так, вот это вот, Можайск. Блин, не хочу я ему ближайший отдавать, зараза. Валдай можно ему отдать. В принципе, ну давай вот так вот, да, попробуем. Так, все равно, да, до хрена. Так, ну хорошо, сыну. Графство владения Луки нет. Можайск. Ладно, придется что-то с Пинском отдать. Не хочу, конечно. Хотя нет, подожди, а нафига отдавать, я там прокачаю. Я там прокачаю же, я сказал. Как раз вот одно это и все. Один прогиб, и ты погиб. Естественно, я врача сразу прикажу, чтобы начали искать.
покориться великому хану монгольскому. Ага. Так, рыцарей, естественно, приглашу. Так, надо запретить своим вассалам, тайным советникам. Ой, у этого минус 100 отношения. А все равно запрещу, мне пофигу. Ваш сын, сыну тоже запретить. Придвор наследнику запретить. Так, это же все из моего дома, мы все одной крови, одной цели, ребятки. Чё за армия у меня, не понял. Пикинёры, куча, ой, легкая пехота, не, легкую пехоту распускаю. Бомбарды? Щито? А я их могу еще? Прогресс осады. Ну, это тоже прогресс осады. Конечно, прикольно это все, но... Нафиг эти бомбарды. Можно что-то более полезное поставить. Легкая конница тоже нафиг. О, арбалетчики, кстати, блин. Тут у меня нету. Ну, потому что у него другая культура была. 42-18, причем у них. Они... Насколько они лучше? Ну-ка. 25-10. Тайга, лес и застрелечка. А это... В полной силе. Оплата содержания собранного войска. Тяжелой пехоте, тяжелой кавалерии. Противодействие на холмах. Преимущество на равнинах. Минус. Так. Минус 8. Выносливость. Минус 8. Ну, интересно. Арбалетчики, слушай. Долго разряжается, но просто в использовании. Его болты пробивают большинство доспехов с довольно большого расстояния. Как раз тяжелой кавалерии. А эти тоже противодействуют... Хрен его знает, короче. Но один вот лишний у меня в любом случае отряд пикинеров. Так. Давайте тогда... Легкая кавалерия, тяжелая кавалерия, тяжелая пехота, тяжелая кавалерия. Тяжелой пехоте, в принципе, да, кто-то должен противодействовать. Давайте его прокачаем. Нет, еще. Все, в принципе, у нас деньги кончились. Так, а вот заодно проверим, как работает контроль. Я нашел какого-то крутого врача, и давайте посмотрим, где тут контроль-то. Блин, был же контроль показан. Чё, только такое странно. Ладно, давайте в Киеве подымем и культуру местную. Это же русскую он будет распространять, правильно? Да, русскую. На Киеве то, что надо. На Валдае другая культура. В Ушице очень сильно другая культура. Ну, давай в Ушице тогда. Начнем. Так. А, он уже где-то распространяет. Ладно, тогда. А обратите веру он тоже обращает уже, да? Так, ладно, где-то обращает. Короче, пускай делаю. Да, небольшие долги, но ничего страшного. Сейчас у меня там по доходу я в плюс выйду. Вы стали культурным идеологом русской культуры. Культурный идеолог русской культуры. Ну что ж, я решил оставить себе арбалетчиков. Дружина потихонечку, армия собирается, вырисовывается. Так, из долгов мы вышли, плюс 15. Еще не очень, конечно. Но очень много у нас наследников. Я думаю, проблем с этим не будет. Пока все более-менее понятно. Единственная теперь проблема, которая может... Ну, собственно, это вот эта арабская империя. Вот. Но потихонечку, помаленечку мы идем к... Империи России. У нас уже 36, то есть уже половина точно у нас есть. Даже у нас больше, чем половина графств на пути к империи. Мы вышли из экономического кризиса и просто вырвались с большим отрывом. Вот, тактика была верная по строительству избранным. Ну, что говорить. Все, не забудьте поставить лайк, пишите комменты, подписывайтесь, если не подписаны. Пока-пока.